13:35 вертолет Ми-8 с группой спасателей в составе 4 человек вылетел для оказания помощи экипажу контейнеровоза «Райшайн». Напомним, что 9 ноября в 5:40 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступила информация о том, что от контейнеровоза «Райшайн» в 5:02 принят сигнал о посадке на мель в заливе Восток Японского моря. Для оказания помощи экипажу из порта Владивосток вышло спасательное судно «Лазурит», следует в залив Восток. В 10:30 получено сообщение от дежурного ВМСКЦ о необходимости оказания помощи в эвакуации экипажа судна в количестве 14 человек. В настоящее время проводятся спасательные работы. Я могу оценить работу наших спасателей авиации МЧС только на отлично.